Всем привет! Сегодня я покажу, как можно с помощью мобильного приложения Шпрекассе пополнить мобильный телефон без покупки каких-то карточек в магазине, прямо из приложения. Естественно, я свои персональные данные здесь скрыл, они как бы нам не нужны. Нам потребуется кнопочка Services в самом низу, возле кнопки Профиль. Нажимаем ее. Далее идем сервис-центр. И здесь нам потребуется онлайн-банкинг. Prepaid Handy Aufladen. Prepaid — это по предоплате. То, что мы каждый месяц пополняем. Нажимаем в верхнем поле, вот здесь, требуется ввести номер телефона. Здесь повторяем номер телефона. Handy Inhaba — это кто владеет телефоном, например, свое имя можно написать или имя жены, можно пополнить со своей карточки. Выбираем мобильного оператора, который у вас есть, и нажимаем кнопку White. Дальше. Далее будет выбор суммы, на которую необходимо пополнить, и, собственно, уже пополняем мобильный телефон.